Добрый вечер, дорогие друзья! С вами я, Даниил, ведущий, и вы смотрите программу «Quarsilver News». Экстренные новости этого дня. В данный момент в Quarsilver'е отключили электричество. Жители Кфара не могут приготовить пиццу, зарядить гаджеты и даже сделать домашнюю работу. Поэтому мы от нечего делать снимаем этот очередной выпуск новостей. Наш репортер с места событий. Да, Данил, ситуация действительно напряженная. Все, что ты сказал ранее, правда. Пиццы не разогреты, гаджеты не заряжены, уроки не сделаны. Именно поэтому мы сейчас находимся в школе и снимаем для вас эти экстренные новости. Данил? Спасибо большое. И покакать. Это не последние новости сегодняшнего дня. Накануне вечером сектор Газа запустил мешок с гвоздями на территорию Израиля. К счастью, железный купол успешно отбил этот мешок. Наши редакторы подготовили наглядную иллюстрацию произошедшего события. Давайте взглянем на это. Какого хрена? Где анимация? Она должна быть еще вчера! Спокойно. Сделаем, все будет. Сегодня все будет готово, не переживайте. От плохих новостей к хорошим. В Кфаре тем временем активно развивается культура бега. Все больше и больше людей присоединяются к этому движению. В данный момент наш корреспондент находится в гостях у представителей этого движения. Сейчас мы попробуем узнать, что их сподвигло начать бегать. Здравствуйте, Даниил. Я нахожусь в месте проведения ежедневной пробежки. Люди уже начали собираться. Мы видим здесь как опытных бегунов, так и новопришедших. Среди них каждый имеет какие-то свои мотивы. Давайте узнаем у организатора этих забегов, что сподвигло его начать. Доброго времени суток. Я много слышал о вас и всегда задавался вопросом, что дает вам силы и мотивацию для бега. Попахивает магией. Расскажите свой секрет. На самом деле магии никакой нет. Мы просто очень любим бегать, и нам приносит это удовольствие. Я вам тоже советую побегать. Большое спасибо за... Спасибо большое за ответ. Я подумаю над вашим предложением. А сейчас мы переходим... Вы видели? Вы видели, что он сделал? Эти бегуны, они сумасшедшие. Хотя, знаете, мне что-то тоже захотелось. Спасибо, Михаил. Я также решил поучаствовать в этом движении и всем советую. Кстати говоря, это далеко не все, чем можно заняться в Кфаре. На этой неделе прошла уже четвертая тренировка по смешанным единоборствам. А между тем, Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры. Совпадение? Не думаю. На этом наши новости подошли к концу. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Какой конец? Ты забыл прорекламировать наш клуб! Если ты артистично любишь кино, хочешь участвовать в съемке, то это предложение для тебя. Сними репортаж о том, что с тобой произошло в Кфаре, и присоединяйся к нашей съемочной группе. На этом наши новости подходят к концу. До новых встреч!